Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Лутфарм – это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен – это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Лутфарм – получи то, чего хочешь. Shit, this guy is running for his life. Mucka Giga, dude. This guy's Mucka Giga. I feel like he's dead because this thing's falling. My soccer is about to fucking nuke him. Where is he going? Come on, man. Come on, man. You want to man up? Man up! Man me! Man up! Come on, man! Come on, man! Kind of makes me want to play Doom. Что, ты врываешься 1-5, блядь, как бы. Нет, так не проебем, все нормально. Так, шансы появились. Ты, блядь, забыл, где база или что? Послушай, слышь, один раз хорошо прыгнешь, у меня катаклизм. Один раз. Вот так. Так вот? Да-да. Так, я готов. А чё это за чуркобес ебучий? А, чуркобес, сука. Сань, бей, не на очке вообще. ПТ насилуй, стоишь, хуяришь. Сань, ну стой, каты, надо там. Да похуй, умрёшь и ладно, Санёк. Ну чё тут такого, блин? Где помощь? Ой. Тика нахуй отсюда! Ой, мне сало. Гоп! Гоп! О май гад, you got it, no fucking way! What the fuck? That was MLG. There's no way you meant to do that. No, I didn't! Of course I didn't! Самое главное забыл. Никогда не торопитесь верить и доверять людям. С огромной вероятностью они просто этого не заслуживают. И как бы хорошо ты не относился. За хуйня. И как бы сильно ты не вкладывал грудь вообще ни в человека. Друг, нахуй, нет? В критический момент ты останешься один. Понял. Между благо закатилось. Ой, фу. Это что, Вован ворвался? Не, это не Вован. Это типа самый умный жук, что ли, или что это? Братан, сейчас, постой, одна секунда. Иди-ка сюда теперь на ушко мне скажи. Подожди, кто это там, блядь, у нас такой стреляет? Секундочку, молодой человек, блядь. Ебать! Да я тебя убью. Ёбаный в рот. Больные ублюдки. Так что, рампагу сделать, может? Буйство! Ебать. Шейкера, блядь. Нового танка поставить надо. О, ебать, какая же нам пизда. А чё, дашь это? Да-да-да-да. Так мы же убегать договорились, алё. Все пизда, блядь, пошёл. Warden dead for 40. FY leading with maybe. They'll get the rupture. They want to kill at least Puppy. But Puppy, will he survive? He's out of the blood, right? Puppy's still alive for now. Blood pouring from every orifice, but they can't quite close the gap upon him. As Puppy, he's gonna live. He's fine. They cannot kill him. He's just standing next. Look at his eyes standing next to him, giving him the pipe regen as well. They're relocating in. They really want to kill Puppy, but FY can't find him with the balls. As this Puppy, he's fine. Давайте думать как бандит. Он сейчас бежит такой, думает, так, куда бы мне побежать? Шторм пошел фармить низ, я в инвизе, бегу. Пойду вот эту точку фарману. Правильно?
Хочешь быть бандитом? Думай как бандит. Точнее, хочешь ловить бандита? Думай как бандиты. One fucking smoke to come and he just mutes me because I'm a fucking girl. Cause he hears my voice. And I've lost so many games because of it. I'm so tired. Made my way to the Citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Juggling Rick, don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass. Cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated.